Давай. Я у тебя в долгу. Негодяи! Негодяи! Все в порядке? Разве не видно? Ты жива. Чего не скажешь о твоих товарищах? Это предупреждение. Сперва охотники, затем остальные. Я должна рассказать магистрату о планах сыновей Ксеркса. А мне нужно забрать у нее деньги. Ты вернулся. Что с Игнадикой и охотниками? Магистрат, тревожные вести. Сыновья Ксеркса готовятся напасть. О, это ты? Магистрат, этот Мистий спас меня от смерти. И просит двойную плату. Наконец-то. Хоть кто-то умеет обращаться с мечом. Я уговариваю Перри построить укрепление с тех самых пор, как мы заметили сыновей Ксеркса у деревни. Это моя сестра Фия. В отсутствии мужчин она строит из себя военачальника Лалаи. Раньше нас защищал твой муж. Кто-то должен был занять его место. Ты что, не слышала Агнадику? Нас переубивают, пока мы уповаем на богов. Похоже, сыновья Ксеркса понимают только язык силы. Мистий, я хочу нанять тебя. Сделаю, что смогу. Славно. Встретимся у источника. Рада видеть тебя вновь. Взаимно. Лалая, дочь Кефиса. Фия, да? Периктиона сказала, что ты полководец. Перри скорее умрет перед алтарем. Иногда люди хотят спрятаться от суровой реальности. Нас вот-вот перебьют.
а мы сидим сложа руки в ожидании смерти. Тебя называют полководцем. Проверим, что ты можешь. Я готова. Я же просила не поддаваться. Я посрамлена. Сыновья Ксеркса будут злее. Что ж, это отрезвляет. Вот так бы и спери. Старшей сестре всегда... Похоже, тебе было... На твоей стороне хозяин орла. Значит, ты Персей для моей Андромеды. Насколько я помню, Андромеду приковали к скале обнаженной. Вот как? Используем это, когда будем ставить пьесу. Жители Лалаи умеют играть на сцене лучше, чем воевать. Я встречал лидеров. У тебя... Пери жена правителя. Спартанские женщины не отстают от мужчин. Это ошибка, которую я стремлюсь исправить. Когда мужчины уходят на войну, нас могут защитить лишь охотники и юнцы, которые с трудом держат копье. А теперь охотники мертвы. И мы как никогда беззащитны перед сыновьями Ксеркса. Вернемся к насущным делам. У нас хлопот полон рот. Да, но я не знаю, с чего начать. Нужно готовиться к битве. Других охотников не найти? Нужно тренировать новых. К тому же рядом есть лагерь. Где найти новых охотников? Я нашла желающих учиться. Как я могу помочь дочери кузнеца? Метеодуса сказала, что для работы ей нужны материалы. Если откровенно, ее нужно подтолкнуть. Я займусь этим. Говорят, делай оружие. Ахо, ты... Наемник. Меня наняла магия. О, вот почему я тебя не знаю. Мне нет. Еще... Разве ты не кузнец? Я не кузнец. Мой отец кузнец, брат его подмастерье. Я приносила им древесину. Твоих родственников больше нет в живых. Узнаю, когда мужчины вернутся с... Я могу чем-то помочь? Отец оставил мне инструменты и формы. Ты вроде знаешь, что делать. Все-таки есть разница. Ты права. Какая нужна руда? На самом деле сойдет любая, но... Но? Отец сделал кинжал для моей матери из особой руды. Из афродитовой руды. Почему такое название? Предание гласит, что Гефест... Бог-кузнец сделал из этой руды шлем для своей жены, Афродиты. Ей понравился цвет. И потому эта руда стала самой удобной для ковки. Где найти эту руду? Найти ее непросто. В тайной пещере над водой... Ты была там раньше? Говорю же, я не ковала. Вернусь с Афродитой.
Персы пытались подняться по этим скалам, безумцы. А вот и пещера. Вот почему ее назвали в честь Афродиты. Теодусе этого хватит. Пора возвращаться. Thank you.
Я нашел руду. Отлично. Приготовлю формы. Этого хватит на всю деревню? Для начала хватит. И с чем же на этот? Я могу ковать и оружие, и доспехи. Но получаться будет гораздо медленнее. Лучше сосредоточиться на чем-нибудь одном. Что мне делать? Оружие или доспехи? Разбойников не убить без оружия. Надеюсь, стреляют они плохо. Да, ты прав. Твоя уверенность вселяет надежду. Это все охотники? После смерти наших мужей и сыновей в Лалае остались только мы. Должно быть, тебя наняла Периктиона. Точно. Пусть мы и не здоровяки, к которым ты привык, но мы умеем убивать. Ну, точнее, рыбачить. Неплохо. Мы готовы. У тебя есть все, что нужно? Да, берите луки, идем. Расскажи о Лалае. Нас щедро одарил не только речной бог Кефис, но и богиня красоты, прекраснейшая Афродита. Люди всегда селятся у воды. У нас ее в достатке. Вы ловите рыбу в прудах и реке? Кефис дает нам все необходимое. Недостаточно, чтобы прокормить Лалаю. Вот зачем нам ты. Из-за сыновей Ксеркса здесь стало меньше дичи. Фрукты и рыбу мы едим чаще, пока хватает. Звери не кричат и не молят о пощаде, как люди. Вряд ли они интересуют сыновей Ксеркса. Это еда. Возможно, персов меньше, чем мы думаем. Быть может, у них не хватит лучников, чтобы затмить стрелами солнце. Но их достаточно, чтобы пронзить каждого жителя Лалаи. Мы на месте. Здесь живет огромный медведь. Не надо о нем. Напрасно я пришла сюда. Локоть должен находиться на уровне уха. Левую руку выпрямите и расслабьте. Стрела должна быть чуть ниже линии взгляда. Отпустив ее, выдыхайте. Старайтесь целиться в глаз, чтобы испортить меньше мяса. Внимательно следите за медведями. Если зверь разозлился, бегите! Спасибо тебе. Я многому научилась. Афродита дает, но Артемида действует. Лалая – прекрасное место. Я рада помогать жителям деревни. Спасибо. Этого должно хватить на неделю, но Лалая нуждается в нашей помощи. Я сделал все возможное. Нужно вернуться к Периктионе.
Империи нам нужно мыслить стратегически. Хозяин орла. Славно. Я только что говорила с охотниками. Они снова нашли возле деревни вражеские стрелы. Лазутчики. Должно быть, искали слабые места в обороне Лалаи. О том я перетолкую. Нам нужно их убить. А если не победим, деревне придет конец. Агнадика говорила про склады. Уничтожим их. Оставим врага без оружия. Так ли опасный лазутчик? Пока мы воюем, они могут напасть на деревню. Что узнала Агнадика? Что сыновья похитили припасы из крепости неподалеку и спрятали в своем лагере. Что ж, покончим с этим. Какова наша цель? Займусь лазутчиками. Нельзя, чтобы нас застали врасплох. Надеюсь, ты не ошибся. Иначе все пропало. Вернусь, как закончу. Как там говорят спартанцы? Пусть боги направят тебя. Разорить склады – это стратегия. А искать по лесу лазутчиков – пустая трата времени. Вроде все. Пора вернуться в Лалаю.
убил всех до одного. Теперь я буду... Их силы по-прежнему превосходят наш... Как идет подготовка? На нас напали. Сейчас врагов сдерживает отряд фии. Что ж, подготовка закончена. Сюда! Они прижали нас к скалам. Неужели справились? Но какой ценой? Это война, фия. Мы победили. Как? Я только помню, что наносила удары своим клинком, пока не начали болеть руки. Думая я в тот момент о лазутчиках, погибла бы. Мы справились. Хоть я и не избранница богов, но парой ударов меня не остановить. Вернемся в Лалаю. Сюда. Фери! Фия, я здесь. Все в порядке. Все кончено. Мы победили. Осталось только сжечь тела. Ты защитил мою сестру и мою деревню. Я этого не забуду. Мы защищали друг друга. Как мы можем отблагодарить тебя? Я знаю несколько способов. В самом деле, обсуждать это здесь, в присутствии сестры и всей деревни? Позже. Спасибо, Мистей. Вот обещанные деньги. Недалеко отсюда погиб мой дед. Хвала богам, что он спас Лалаю от персов. Алексиос, нам нужно поговорить. Возродим наш дом из пепла. Я рад, что здесь вновь царят красота и покой. Правда, мир так хрупок. Но теперь мы сможем сохранить. Так что ты хотела? Моей первой мыслью было раздеть тебя. Первой? Мне не терпится узнать, что ты еще придумаешь. О, сомневаюсь, что у нас будет время думать. Что дальше? Теперь все позади, и я могу делать, что захочу. Например, проводить больше времени с тобой. Пойдем со мной. Я всегда рад людям с острым умом и острым клинком. Так что, тебе нужны от меня только сила и ум? А что, стоило предложить тебе согревать мою постель? Покинуть край, где прошла вся моя жизнь. Что ж, это интересно. Thank you.
на борту! Капитан покинул мостик! Вижу его! Thank you.
Держись подальше отсюда. Я тебя не люблю. Стоять! Тебе здесь...
Лучше проваливай. Освободишь меня? Спасибо тебе. Ди Бардон, Жоина Питимо. Y no crees que me cure.
Grrrr.